вас сегодня было посвящение Дэвиду Боуи прозвучало. Да. Как вы считаете, есть что общего у джаза с Дэвидом Боуи? Он выполнял, насколько я знаю, несколько другую музыку в другом стиле. Да, но дело в том, что во-первых, он близок по духу к джазу. Во-вторых, он много использовал известных джазовых музыкантов. Ведь он играл не только рок, он играл всякую другую музыку. Самое главное, что Дэвид Боуи был экспериментатор прежде всего. Это одна из главных идей джаза как таковая. As she walked through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a sandy bore. As she walked in the town for more, she could spit in the eyes of fool. How they ask her to fall the song, на Сули сегодня во главе вашей компании, главный вокал. Вам приходилось раньше с ней выступать? Конечно, у меня с ней сложившийся дуэт, а помимо этого мы с ней играем в разных коллективах. И я познакомился с ней 1.5 года назад, и с тех пор, как познакомился, мы плотно выступаем в Иерусалиме, в Тель-Авиве. Надеюсь, и выступим за пределами Израиля. Французский шансон романтический. Сегодня такой энергичный джаз. Вы быстро перестраиваетесь или у вас какая-то специальная? Я не переключаюсь, трудно на это ответить. Музыка, джаз, слыха. А что значит жить в стиле джаз? Мимас томарет льет по сигнон джаз. Лихьет. Лихьет по сигнон джаз. Вау, это шейлот, а не льтат. Ма ламот? Вау, вау. Льтат, а не ло шоэлет от цми шейлот. Они пашут оэвет это, это бифним, это би, аз они ло... Но не шар лагит, что джаз это сок шел мацав рох, мисуям. Берусит. Джаз – это определенное настроение, как правило, веселое, как правило, задорное, увлекающее. Thank you.
об этих инструментах, на которых вы сегодня играли? Ну, я играю на армянских духовых инструментах. Один из них называется дудук, второй называется блуль. Дудук – это гобой, такой народный инструмент, удивительно необычный тем, что он ближе, наверное, всех духовых, вообще ближе, наверное, всех других инструментов, приближается к голосу человеческому, к тембру человеческому. А флейта длинная, на которой играл, это называется блуль. Пастушеский инструмент, тоже Армения, Курдистан. Thank you.
нежная роза и жестокий харизматичный рояль. Очевидно, что спасение только ваш мощный голос. У вас битва, кто все-таки побеждает? У нас команда, у нас не битва, так что мы работаем командно, поэтому как бы наша команда в принципе побеждает в любом случае. Знаете, очень все получилось на самом деле внезапно, потому что вот меня пригласил Михаил Агре, он как бы руководитель, это его трио, и он меня пригласил поучаствовать в нем, и все очень, очень спонтанно, и как он сказал на сцене, что мы сделали стандарты нестандартными, мне кажется, это вот как раз очень явно было показано, и во многом я даже сама от себя отходила, потому что как бы классические стандарты все мы поем, да, вокалисты, и все правильно, а тут как бы надо было совсем что-то другое сделать, и вот, собственно, вы видели сегодня, что получилось из этого. Вашего трио. Вы правильно поняли? Не совсем. Не совсем. С Сергеем Пронем мы играем очень давно. С середины 80-х годов. Еще в Екатеринбурге. И два раза он приезжал вот на этот фестиваль. Поэтому премьера это трудно назвать. Но каждый раз мы стараемся показать либо что-то новое, либо что-то старое, но совершенно другого. И хорошо забытое. Да. Ну, хорошо забытое старое, но новым взглядом посмотреть на это хорошо забытое старое. Потрясающе, да. Мы сегодня увидели новое все абсолютно. Хотя песни уже стандартные, да? Ну, естественно, это все стандартные мелодии. Угу. Это все так называемые evergreens, то есть вечно зеленые мелодии классического джаза, это не совсем правильно, скажем так, мейнстрим называется этот стиль, этот жанр. Но вот сегодня мы как бы совершенно иначе переосмыслили, мы шли от текста. И в данном случае понятно, что основная, так сказать, роль и основная тяжесть лежала на Ире Розенфельд, которая в данном случае показала себя не только великолепной певицей, но и прекрасной актрисой. Как мне кажется. Это важно, да. Скажите, а это был все-таки джаз или альтернативная музыка? Или смесь гремучая? Знаете, я очень люблю слово «альтернативный». Либо надо тогда признать, что в мире все альтернативно, потому что вы альтернативны мне, а я альтернативен вам, и вместе мы альтернативны оператору, который нас сейчас снимает. Я не знаю, что это. Да и стоит ли искать определение? Наверное, это термин устаревший. Я считаю, что вообще надо смотреть, так сказать, более обобщенным взглядом на сегодняшнюю музыку. В ней может звучать все, абсолютно все. Сегодня мы пришли к тому этапу в музыкальной культуре, когда со сцены может звучать абсолютно все. Это музыка. Джаз, альтернативные, суперальтернативные, постальтернативные, постмодерн, премодерн. Это абсолютно не важно. Это все только дефиниции, которые то, что вы слышите, и то, как вы это воспринимаете, абсолютно не отражают.